Это ангра получше. Не понял. Думаю, сам репорт. Думаю, артист. В этом, как его, в оружейке. Нет, это не артист, если в оружейке. Ты ж только что за ним побежал. Я говорю, что это сам репорт. Так он, короче, смотри. Аксон или ты... Короче, то ли Аксон с ним, то ли ты с ним, короче, вышли. А один вниз, один наверх. Это Сеня наверх побежал. А я стоял на проводах. Я возвращаюсь, короче, смотрю, а там этот Сеня валяется уже. Ну ему секунды 3 от силы. Бля, ну в теории это Безбаш может быть. Безбаш, а ты откуда сейчас прибежал? Да я говорю, там секунды 3. Нет, я же говорю, убежал. я сейчас в админку забегаю, ко мне Безбаш сверху бежит. Вот. Нет, откуда Безбаш? Он бы не успел, мне кажется. Он бы не успел. Ну тогда давайте пересчитаемся. Бежал, хорошо, это не дамплинг, это не артист. Тогда это Аксон. Не я. Нет, это Аксон вообще не может быть никак. Абсолютно никто. Ты на камерах, Финн, стоял, что ли? Сенсей, где Кил? Я стоял на камерах. На ружейке. Финн, ты где? Спасибо. А Финн, ты где? Была в реакторе. Да. А Крис в реакторе, хорошо. Где-то. Где ты? Не скажешь, выведем. Где ты? Где-то. Все, выводим. Я на нижнем двигателе был. Тогда не выводим. А раньше мог сказать! Я что думаю, что это сенсей, потому что я когда там дискачка данных, он просто так рядом со мной. Потом пошел в админку, кто-то был стоит. На админке? Нет, Костя, я провода делал в админке. Артист, я делал провода в админке, сделал карточку и пошел, потом пошел в Нейгаз провода делать. Где Мотис сейчас? Он был в столовой. Я в столовой. Блин, ну короче, я думаю, это либо Безбаш, либо сенсей, либо Финн. Леша, кто... Леша, и кто со мной голосовал, в меня голосовал? Никто больше не видит. Ну, у меня 2 голоса. Лёша и кто еще? Фендер, ты откуда пришел на админку? Да убил. С правой части. Какой правой части? Кстати, Безбаш оставался в связи. Ну, то есть правой я... правой части, ну, в связи... В смысле, я не сказал, где труп. Нет, блядь, с левой нахуй! Говорю, я проходил правую часть, сделал квесты в навигации. Там у меня еще рядом оказался дамплинг. Я подумал, бля, ебать, он винтанулся, что ли? Спустился вниз, на связи был Безбаш. Я спустился вниз, сбросил мусор, поднялся сейчас в админку. Получается, Безбаша такого вот убили. Я сенсея видела на связи, кстати, тоже. Я, кстати, тоже это же Финн был с правой части. Смотрите, но это... Сенсей, я были на связи, потом я ушел в электричество, сенсей вроде в админку... не в админку, потом в админке был сенсей, потом я пошел в электричество, он сейчас ко мне пришел. Безбаш... Вообще, вот смотри, артист. Ну. Когда я стоял на админке, ко мне прибежал сначала сенсей, потом ты. Вы откуда прибежали? Со связи. Со связи. У меня просто ощущение, что Аксон умер где-то слева, потому что меня сначала закрыли в электрике, а потом меня закрыли в нижнем Аксон, двигателе. Аксон, скорее всего, умер на камерах, потому что перед, ну, за секунд 5 до репорта на админке показывалось 2 человека в камерах, потом они тухнут, и потом один остается. Короче, смотрите, запишите. А где ты зарепортил, Лёша? Двойку запишите, Крис и Финнергот. Запишите как двойку. Сука. Я не знаю, просто не знал, кому прислать. Не, мне просто, смотрите,
По первому раунду у нас, по идее, только Боти и Дамплинг. У меня двойка Сенсей Дамплинг. А я-то каким образом? А, да. А, знаете что? Я придумал. Финн с Дамплингом, он специально сейчас его топит для того, чтобы сказать, что, типа, мы в разноцвете были. Значит, Финн трейдер, а Дамплинг точно мир. Но до конца дойдет и победит. Сиди там, молчи уже. Ну, теоретик. Извини. Что за гений на артисте? Я разошелся, извините. Что за клоун на артисте? Мы так не разговариваем. Ну, артист в одном, игроке ты точно не ошибся. Первый — это Крис. Это Финн. Да. Смотрите, меня кто-то, только что кто-то со мной пересекался в районе электричества, кстати. Я там последний квест сделал, проводки, и там кто-то из реактора, что ли, выходил или что-то. Вот, Дамплингом. Я спускаюсь вниз, вижу кровь в электричестве сквозь стену. Забегаю, оттуда Крис выходит, и труп артиста валяется. А, артист еще и мертв. С моей стороны было по-другому. Вот сенсей был на админке, мы там вдвоем стояли. Потом он убежал наверх, выключили свет и побежал вниз. Забегаю вниз, и Финаргот уже репортит у этого. У Электро. Сенсей, а ты куда побежал с этого связи? Я даже добежать не успела до туда. Какой смысл мне репортить? Я со связи побежал в админку, а потом стал... Такой стадии. А почему ты сразу в меня откидываешь? Да потому что я видел, как ты от трупа отходил. Ну что ты мне рассказываешь? И кровь видел сквозь стены. Крис, а где ты была в прошлом раунде? В прошлом раунде меня видел Дамплинг Сенсей. Я пробежала связь. Потом мы пересеклись на О2. Я тебя не видел. В конце раунда где ты была? Блин, я боялся, кстати, то, что она меня в первом раунде убьет на админке. Не зря. Вот, потом с Дамплингом точно на О2 еще с кем-то пересеклись, я там выбросил мусор, потом побежала в столовую. Вообще беспокоит, кто же был еще... Я не знаю, у меня только артист мирным был, да блядь. Кто еще был слева? Во второй Леша, наверное. Я вот тоже думаю. Схуяли Леша, подождите. А вот так вот, блядь. Ну ты меня в Крис, наверное, голосовал. Во-первых, я в Крис меня. Доброе утро. Да, я просто квестики проверить. У нас там осталось всего два квеста. Мои квесты остались. Вы чё все так стрёмно двигаетесь? Стрёмно ходите. Фу, плохо. Вообще это... все. Я думаю, это Лёша, скорее всего. Схуяли. Скип. Не, Лёша... У нас сенсей весь раунд на камерах простоял, Боти весь раунд на админке простоял. Расстоял, Боти весь раунд на админке, он бегает весь раунд. А, бегает? Я вообще-то простоял через весь раунд на админке, я потом байтил, что Лёша убил Финна. Я? Да.
Но я сначала добежал до Электры, увидел, что там Лёша, решил вернуться назад на админку. Ну, вернулся, посмотрел. И потом Лёша там был? Ну, Лёша пробегал налево в самом начале раунда. Нет, его именно в Электре увидел. Не, не в Электре. Просто я увидел, что налево пробегает. Не, ну ты зашел в Электру и типа тут же вышел. Нахуя? Ну, да, да. Ну, просто. Ну, ладно. Какой-то мем, я не понимаю. Изи. Изи. А кто Боча второй? Так это Боча в итоге убил. Я не поняла, Финн, как ты его увидел? Ты же за стенкой стоял. Ну, я увидел кровь. Пинги. Да, блин, ты что, троллишь типа чуток или что? Ты сам говоришь, бля, кто ж там второй слева был, и слава Боче. Ну, я, короче, в нижнем двигателе был, меня закрыли. Нет, там просто он сказал про электрику. Он сказал про электрику, и там, по-моему, тоже был один человек, когда двое находилось на камере. Так он потом сказал, что типа в нижнем движке я был. Ты же не видел никого в нижнем движке. Я же на боте. Он сказал, что он из электрики туда приезжал. Соня, как обычно. Офигел? Подождите, ну на связи. Сам репорт. Ой, блядь, не слушайте его. А, смотрите. Вес на связи? Безбаш, ты куда побежал после админки? У него, плохая реакция была. Привет. Чего? Реакция трейдера хорошая. Что была. В другом хорошая. Этот. Смотрите, короче, на связи. Сенсей, ты не спускался вниз на связь? Потому что ты со мной пошел, потом вроде вверх пошел, да? Я побежал с тобой, а потом я, короче, открыл тап и увидел, что у меня таск в навигации, я вернулся. И там Крис стояла, данные качала. А я делал этот прицел. Да, я видела, Сенсей. Блин. А ты Аксона видела до этого, Крис? А тут не надо, Аксон с дамплингом около оружейки пересекся. Если килл связи, то я не мог дать. Так что даже не думай сейчас. Я не помню, где меня видел. Окей, Сень увидел ВО2. Дамплинга на оружейке, Крис, я, Сенсей, навигация, Аксон, так же получается на 100 остается, Лёша без баш. Заловки сейчас. Финн. Вы где, я ребят? Нет, Финна я на О2 видел. Я с безбашом пересёк. Я про Минивер забыл, артист. А мы тебя выводим. Ой, просто баш, поэтому... А, вы... ты... хорошо, окей, ладно. А где ты, Боть, я забыл, сори. Мы пересеклись с Лёшей, смотри, выключили свет, я чиню, ко мне проходит Крис. Я стою таск, она очень быстро уходит, как будто она не делала таск, мне показалось это странным. Потом ко мне навстречу бежит, я выхожу из электрики, мне бежит навстречу со стороны камеры Лёша в правую сторону убегал куда-то к вам. И кто-то закрыл двери в верхний двигатель и в этом, на камеру. Мне двойка, в общем, Ботя и Лёша. Ботя, Лёша, двойка. А ты Крис не рассматриваешь? Что-то? Крис, я скипну. Я не зашла на админке, блядь, поясняю еще раз, что я с Бедбашом пересекся и встал на админку, когда мы с Боти пересеклись и бежал на админку. А ты на админку откуда пришел? А зашел в Боти? Я себя руку ставил, если что, я просто заебался, Финн, блядь, даже думать человек не хочет, выведите Финна просто в размен, пожалуйста. Чего, блядь? Я... Боти, ничего не говорил. Сам себя выгнал, блядь.
Смотрите, я хочу еще раз просто. Это не дамплинг, это не сенсей, не Крис по киллу. Ты стоял на админке на красном, ну да, инфу, чувак. Да. Кто с левой стороны там был? А на центре был один человек, на полностью на левой стороне был один человек, и четверо было или трое на правой стороне. Без баш от тыкки. Я помню, что трое было. Че? Что? А? Я что? Без баша хочу знать, где без баш был. Бля, где я только не был, бра? Ну вот под конец раунда, давай, последние 5 секунд, потому что я думаю, что его убили в последние 5 секунд. Первый раунд, ты имеешь в виду? Да, да, вот последние 5 секунд до того, как мы сейчас ботю кикнули просто. Ну, если я не ошибаюсь, в конец первого раунда я находился в электричестве. Я считаю, что одного трейдера выгнали, остался второй. Я думаю, ботимирный был. Я только помню, что перед концом кто-то был на щитах один. Это я пришел и зарепортил. В электричестве был человек? Ты сказал, просто с левой стороны только был возле камеры. Один человек был, да. Это ботя был. Это был ботя, он признался. Без баша, соответственно, в электричестве ты не видел. Нет, я видел один на центре, говорю, один на центре. Мог на связи убить и пойти. Подожди, центр. Фин был еще раз на последний секунд. Фин во два был. Фин был во два. Последние секунд пять. Я Лешу не буду. А как Фин во два оказался, я не понимаю. Да он, блядь, какой, сука, детектив ебаный на Аксоне, у меня просто слов нахуй нет. Как, блядь, ножками? Я весь раунд был с правой стороны практически, делал квесты. Ну, смотрите, Лёша Боти один, там точно. Потому что у нас... Ой, Лёша Боти, я сказал. Лёша без баша. Нихуя себе вытворили, блядь. А почему без баша голосуем? Мы сейчас боти кикнули, ничего не узнал. Вот это, блядь, беспредел, ребят, разберитесь с этим. Я сейчас вообще не понял. Я думаю, без баш трейтером ушел. Я должен быть отомщен. В админке? В столовке? На реакторе. Так, ни Лёша. Ни Лёша, ни я. У нас один килл. Не Крис. Она стоит на там, листьях, по-моему. Ну, смотрите. Погодите. Я из столовки. Я в начале раунда забежал в мед. Колбочки ткнул, потом пришел, спустился вниз. Крис уходила в столовку. И Лёша за ней. После этого... Я зашел в админку, спустился вниз в хранилище, закрылись двери. Там, по-моему, кто-то был на левой стороне хранилища. Это был я. И куда ты потом ушел? Ты же потом как раз слева ушел. Я в электру пошел, потому что там тоже были двери закрыты, я думал, там килл. В электру пришел с админки. А как ты из хранилища увидел, что двери закрыты? Нет, в смысле, я был за дверью. Я в коридоре был, Фин. Не, ребята, я могу объяснить, как закрывались двери. Короче, сначала они закрылись в хранилище, потом они закрылись в нижний двигатель, потом они закрылись в электру, потом на камеры. Нет, потому что я был в электрике в этот момент. Ты без баша поставил в прошлом раунде. Тебя не было в электрике, ты что, рофлишь? Я с самого начала раунда был в электрике, я сделал там три, потом ушел на нижний. Я скипал. Я вот, ты видел то, что я ушел на админку, я так решил. Видимо, так. Я с ним только скипал и я все. Я спускаюсь вниз. А там три было голоса, я нет? Я спускаюсь вниз, двери. Нет, там два скипа было, подожди, и еще в Лешу, по-моему, голоса были. А, он Лешу поставил. Сенсей, я сразу же забежал в электрику. Смотри, я захожу в коридор, где электрика. За мной двери закрываются, а в электрике уже закрыты. Не, ну дамплинг меня бы убил бы тогда на У2. Либо и Крис, либо этого... Сенсей, но Леша Крис кроет, поэтому я сенсею. Так и... Сенсей не мог. Я не пишу. Без баш. А? Как дела? Хуен. Фин, с кем трейдер? С Лёшей. Со мной. Сука, блядь, Лёша. Я убил на этом, на... Ёртис, Лёша не трейдер, да?
Я на связи убил. Я в него этого не хотел ставить. Не пришел на это. Так, ну я хочу бить MVP нашего матча в Валоранте. Бля, ты как не стал? Я на семерых вам говорю, Финн может быть трейтером, вы ебать, да не, Финн... Блядь, Аксон, всем похи, Аксон, ты просто... Аксон, ты левую херню вбросил, потому что я весь раунд, когда, типа, был килл, я просто бегал и фейковал квесты, и вообще даже близко никого не убивал. Тебя не было с правой стороны, ни его 2, ни... Блядь, я был на О2, ну что ты хуйню несешь, Аксон, блядь, нахуй, дамплинг меня видел, ну, я весь раунд бегал, фейковал квесты, что ты мне рассказываешь? У меня вопрос, кто это три человека меня поставил? Финн, я... Кто еще? Сказал он, что не... я был трейдером. Yeah. Молодец. Не, Боч, я не тебя поставил, я без ваша поставил. Хорош. Я скипал тут. Он лучший, я ебу, блядь. Вы заслужили это. Нравится, что артист мне поверил. Круто, по инфе, которую я дал, блядь, 5-10 секунд до захода. Какая ебаная инфа гнилая, блядь, я в охуе. Пиздец, я когда встал, побежал сразу убивать, и ту инфу, которую когда увидел, сказал. Диснейн ребенок, блядь, что с него брать? Негатив. Это камень в твой огород. Где труп? На оружейке, прям вот на самом квесте лежит. Оружейка, ага. Там только один человек в О2 был и один в щитах. Это я был. Я в О2 был. Подождите, вопрос. Финн, как ты пришел на камеру? Не, подождите. Финн, как ты на камеру пришел? Через верх. Я заправил верхний двигатель и спустился. Сделал циферки. Ребят, я скажу, что это... Финн брал канистру. Я хочу сказать, что это, скорее всего, селфач, потому что я встал на админку, были с правой стороны только два человека, ну, то есть трое. Что один это? В оружейке, это получается, он, скорее всего, эти, стрелял метеориты, один в О2 стоял на голубом, видимо, как он сказал, и один в щитах был третий, вот, скорее всего, между ними трейтер. Предположу, что... Нет, было так, Сеня пошел со мной связь чинить, потом в хранилище закрыли дверь, ты успел проскочить, я так понимаю. Нет, я остался с вами, но я потом сразу, как открылись двери, сразу встал на админку. Я свет починил, направо пошел просто выполнять квесты и все, типа... Аксон, мне нет смысла говорить то, что я там был, чтобы, ну, на саморепы выходить, типа. Я просто зарепал, дал инфу и все. Что, будем линчевать или... Чего говоришь? Среди Финаргот Леша один трейдер. Среди Леша и Финаргот один трейдер. Подожди, а как Финн мог сделать? Как Финн мог сделать этот килл? У тебя есть инфа по лайфлайнам, когда был килл сделан? У меня нету. Проголосовал в боте. Боти, не ставь себе руку только. Я скипну. Я его, ну типа, если Финн мирный и меня выгонят, то вообще пиздец. О, а сейчас бы руку себе поставил, и ушел бы. А потом опять бы ныл. Thank you.
Теперь кикнем Лёшу, забудем, нет? Забудем. Ну, бля. Ну, объясняй ситуацию. Крис, ты починила свет? Да, да, она починила свет, это я. Ну, смотри, Крис, подожди, а у тебя откуда инфа, что она починила свет? Я прибежал, потому что с реактора там Сеня оставался. Да, я этот бит выполнил. Тогда это Аксон. Опа-на. Да это Лёша, Аксон, Финаргот, кто это? Лёш, ты ко мне откуда прибежал в админку? Сверху, блядь, я к тебе прибежал. Сверху, тогда Аксон и кикаем. Потому что... теперь бочу человек... выносим просто подожди, вперед ногами и все. Блядь, объясняю информацию. Аксон, бочим, закройся, все. Пожалуйста. Смотрите, я объясняю ситуацию. Что происходит? Я стою на админке. А мы так разговариваем один, здесь один, или нет? Один человек стоит в столовой. Ну, потому что он, типа, говорит, я вкинул. Ну, что это такое? Ты вкинул? Ты вкинул Финаргота, потом я потом в Аксона, типа... Подожди, я стою на админке, выключается свет. Что происходит? Человек, который находится в электричестве, его чинит. Два человека находятся в нижнем двигателе, после чего, типа, оттуда человек уходит, я ухожу с админки, и человек, который... Ну, и ко мне заходит Лёша. Если Лёша пришел, правда, сверху, то он делает этот килл, и я обознался. И тогда это сделал Аксон, который пришел потом в электрику. Хорошо, теперь только ты немножко обосрался, я Финаргота даже не видел в нижнем двигателе, потому что свет был выключен, я просто пробежал и забежал, и сделал три таска. Поэтому я предлагаю сейчас намеренным ботю кикнуть, которого ботя. Лёша, потом этот Фин, который мертвый уже, трейдер, просто вынести за ложь инфу. Потому что меня сейчас в электрике еще закрыли, и я не мог никуда выйти. Из-за кучерявый базар, да? Голосовал, потом можно Аксону вывести просто. Да это просто кринж какой-то. И он даже не рассматривает то, что это мог быть сенсей, когда он убежал с админки, и чел винтанулся вниз просто. Он даже это не рассматривает. Вниз. Алло, да, здравствуйте. Смотрите, в Аксона поставил я и Ботя. Если чё, ну, я прошлый килл не делал, я Ботю считаю больше мирным по эмоционалу, и просто, как да говорит, я... Да Ботю мирным был ливере, потому что он вкидывает Если он вкинул, и он ошибается, это, ну, проблемы уже, получается, и будут. Я тебе вот, еще раз объясню. Ну, да, я не знаю, что там было на админке, я тебе уверен, что Фин лежит не в проходе. Если типа даже Фина где-то убили, да какой баланс? Там Сеня оставался в реакторе, и когда типа Ботя убежал, потому что меня закрыли в электрике, можно спокойно Ботя из реактора, все правильно разложил. Нижний движок, дать килл и съебаться. Если по вашей логике Ботя мирный, а я свой цвет знаю мирный, вы проебете потенциально какой-то двойки Сеня плюс кто-то еще. Скорее всего, может быть, я не знаю, даже какой-то синий, который сейчас жмет кнопку и пытается на семерых меня кикнуть, когда я знаю свой цвет. Я в электрике был занят 15 секунд. Да нет, за 15 секунд хуево туча могло времени, что произойти. Да потому что это вообще трешак какой-то. Я не знаю, куда Розова убежала, когда из электрики выбежала. Скип, это вы скипните на семерых и не тяните меня. Я побежала в сторону админки, меня закрыли с боти. Кто в меня двое поставил? Я. А кто в меня поставил? Это понятно, кто второй? Сеня, наверное, второй? Не, я в скип ставил, кто в меня поставил руку? Аксон, тебе немножко нужно тон успокоить, мне кажется. Ну, Ботя прав, что горит. Я бы тоже бы сгорел на его месте. Аксон, очевидно, нужно было в баланс убирать.
Нет, треки не автоматом ставятся, я вручную ставлю. А где ты заказал? Я не вижу. А, вижу. Где труп? На выходе из электро слева. Но ну, это... сейчас где? Ну, это... ХЗ, но это может быть Сеня, потому что я стоял на камере. Не-не, я между реактором и камерами бегаю до сих пор. Типа, я тебя искал, ты убежал от меня во время саботажа, я хотел с тобой побежать, просто чтобы в паре быть. И все. Я не увидел, что налево во время саботажа. Я сейчас со столовки спустился, прибежал в этот на связь. На связи были Крис и Леша. Да. Крис, Леша, дамплинг за репорт. Но я вообще на камеру, Ксения ко мне пришел. Ну, смотрите, дамплинг, что было странно. Я... Мы стояли с дамплингом на админке, он почему-то вместо того, чтобы чинить, пойти, побежал в сторону электро. Вот ну, потому что все слева были. Я когда стоял на камерах... Много людей было слева. Ну, блин, это, по-моему, очевидно, что если связь отключают, то, скорее всего, слева труп, нет? Ну, плюс-минус. Не, я просто еще раз говорю, я не сильно подозреваю дампа, для меня просто Сеня еще и по первому киллу, когда я на админке стоял, я вам дал инфу, что три человека были справа. То есть для меня это выглядело как селф-репорт. Поэтому я Сеню подозревал. Когда Ботя на меня вкинул, я сказал, что Сеня оставался в реакторе. Там из реактора могут быть винты в нижний движок. Все. В теории. И типа пока он бежал, он даже не рассматривает. Не знаю, между нижним двигателем и электрикой. А кто последний это прибежал мог быть артист, тогда на камеры, по идее, там тогда. Вот... Сеня ко мне пришел последний. Но, нет, я пришел... Мы там толпой были, и потом мы с тобой вдвоем остались. Вот так это было. Сеня пришел. А почему ты молчал, когда мы вот на прошлом раунде между тобой и Яксом? А я бы Сеню, короче. Короче, я в Сеню поставил. Вы можете думать своей головой, можете меня выводить в размен боти, но для меня точно голубой трейд. Ну и... Он получается. Окей, так. Ладно. Ой, блин, ты сейчас еще по черному уходишь. Бля, в чем проблема кикнуть нахуй Аксона в баланс? Вы что, прикалываетесь или что, блядь? Он просто, блядь, с ноги врывается и говорит, Ботю, блядь, кикаем нахуй, и всем поебать абсолютно. Просто, мне нравится, он бежит напрямую от моего трупа, Крис это видит, ей похуй, она в Ботю голосует. Когда? Где? Я не видел. Блядь, когда ты починила свет? Когда? Я ебал. Не, ребят, я сори, я буду играть сейчас, ну, типа, третьим трейдером. Вот раз хотите так играть, раз вы все так играете, я так же буду играть. Разложил, что один среди Лёши Финаргот, второй, блядь, Аксон. Да, блядь, сука, нахуй думать. Ты разложил по нулевке без инфы вообще про нас. По нулевке, потому что ты ебаный, блядь, второй раунд двери так же закрываешь. Научись, блядь, двери по-разнообразному двери вообще закрывать. Я вообще ни в одном раунде, блядь. Откуда у тебя инфа, я хуй знает. Это я все двери закрывал. Ну, значит, блядь... Сидит, блядь, какой это Лёша и Финаргот. Откуда инфа, нахуй, выслал её, блядь? Я сказал, один среди Лёши и Финаргот. У него просто это было... записки были, короче. Бля, сенсей, мне кажется, пока тебя нашли, ты уже бы кофейку успел, бог. А я отошел, короче, потом пришел, там еще голосование только идет, я такой, чё? Опа, два трупа. Опа, это Финаргот, понятно. Короче, примерно... Убили. И сенсея где-то на оружейке убили, скорее всего. Нет, сенсея убили во два. Последний раз
я был в навигации с Криса. Ну, она теоретически могла это сделать, но маловероятно. Вот, Аксон я последний раз тоже в оружейке видел, где-то рядом, скорее всего. Аксона призывали. Только что убили, да? Дамплинг точно. До конца игры трейтер. Да, мы с ним кого ты нашел? Всего два. Я нашел сенсея. Сенсей лежал в проходе между О2 и вот, ну, и поворотом вот этим. То есть на границе. Если только что Аксона убили, значит, будьте мирны до конца игры. Да, по Аксону инфы нет, когда его убили. Кто, ну как? Мы с ним пересекались секунд 5 назад на О2, я сделала задание там, потом в навигации побежала вниз. Сейчас okay, на оба килла. Ну просто на О2 лежит труп сенсея просто. Ребят, я хоть и третий трейтер, но, блядь, я сделала... Мы виделись 5 секунд назад, я забежала на навигацию, сделала задание и прибежала уже, блядь, в хранилище, блядь. Ну вот да, Крис я видел на навигации, вернулся на О2 и там труп. Подождите, давайте нормально. Лёш, Лизбашу. Лёш, Лизбаш, Финн, вы... Как прибежал в хранилище? Я весь раунд его сам. Лёш, Безбаш, вы где? Я всё время в электрике провёл. Безбаш, Безбаш, ты АФК стоишь? Не, я стою, смотрю на стол. Я хуй знает, против, как против такой инфы играть. Ну, типа. Не, я стою, смотрю, я не АФК. Хорошо, Лёш, ты где? Я сказал же Саймона весь раунд. Сори, Финн, ты где? Я в хранилище. А где именно? Ну где, у канистры. Я тебя там не видела. Я тебя тоже там не видел. Ботя, ты видел? Финн, ты там давно стоишь? Ну, блять, я хуй знает, сколько я там стою. Я в начале раунда пришел в связь, закачал данные, там хранилище было закрыто. Как только открылось, я пошел туда. Ребят, Финн трейдер, запомните. Просто я видела Ботю, а... Да, блять. Ты прочитал. Труп в нижнем реакторе. На нижнем реакторе. У нас два трупа. Да ну нахуй. Да. Ну, я думаю, кстати, будет, скорее всего, хранилище лежит. Может это быть, фильм. Потому что там закрыты двери. А, потому что я типа я оттуда вышел, сказать. И там двери закрылись. Cool story, блядь, дамплин. Нет, ну, странно выглядело. Это ты, потому что... Сказать лишь одно, в столовой не было никого. Блять, в прошлом раунде я у Боти спросил, где он был, он сказал, что он был в электричестве. Причем тут Боти вообще и я. Когда потому я был в хранилище, мы... он был в электрике. Я видел, как он пробежал Криса, через хранилище в сторону админки. И он тебя не видел. Он сказал, что это ты точно, 100%. Я с Крис на счетах, скорее всего. Я сейчас в оружейке стою. Да, только суть в том, что я... Да, а Крис, а ты не хочешь сказать, что ты делала в прошлом раунде в навигации вместе с... Со мной. Да. Где у вас в итоге умер сенсей? Не хочешь ничего про это рассказать? Ну, возможно, ты со своим вторым трейтером просто по таймингу пробежали, убили, я этого не заметила. Вот и все. А, да. Ну, я бы не говорила, что я в той стороне нахожусь, я бы что-то поумнее, наверное, придумала. Ну, просто я тебя видел, возможно, и ты такая, ну да, это была. Но это так, это без наезда. Я, короче, нихуя не знаю, у меня нет информации. Боти не видел Финаргота на канистре, поэтому Финаргот точно должен уйти. Сейчас в придабл-тире... Охуеть, тебя даже близко не было с канистрой. Боти не было вообще там, он сказал, что он был в электрике. Когда Ботя сказал про хранилище, я еще спросил, Боти, где это ты на хранилище? Он сказал, я не на хранилище, я в электрике с дамплингом. Я такой, окей, потому что я стоял на канистре в конце раунда. Тебя там, Крис, не было, я в тебя голосую. Нет, Крис, он под конец пробежал, мимо канистры. Какие трейдерские движения? Не знаю, я делать? По завещанию Боти. Понял. Ребята, вы не понимаете, что сейчас при даблкиле я нахожусь в совершенно другой стране? Да у нас критика уже в любом случае. А почему даблкил? Потому что дабл у нас был, не? Два килла и даблкил — это разные вещи. Опять Ботя сгорел нахуй.
Раз. А кто поставил? Вы все разбегаетесь? Зачем вы все разбегаетесь? Замутился сразу. А кто в Крис поставил? Один вопрос. Один вопрос. Кто, блядь, гений нахуй поставил в Крис? Я просто, ну, чтобы понимать, кого нахуй посылать. Сень, ты поставил в Крис? Я Финн оставил, почему нет? Я поставил в Крис. Я ору, блядь. Леша поставил. Понял. Нет, слышь, Леша, ноль вопросов. Да, я угарнул с той хуйни, где ты такой, ну, может, ты так сказала, потому что я тебя там видел, но если что, я это, без наезда. Нет, это просто, это, ну, она пыталась так защититься, это вообще не аргумент в защиту, я сразу как бы, ну, отмел все. Да, я вот угарнулся. Так ору, когда ботя горит, это просто пизда. Готов только ради этого в Among Us играть, чтобы у него жопа горела, блядь. Блять, чел бегал просто за мной, следил весь раунд без баш, подошел его, в жопу тыкнул и ушел. А я его не зарепортил. Опять какой-то гений любит закрывать двери везде. Так, ну смотрите, Леша нашел выхода из меда. Я думаю, может быть, его сенсей, кстати, прихлопнул, но это не точно. А Крис, скорее всего, лежит на электрике. Потому что она убежала. Она убежала с админки и в сторону электрики чинит свет. Не может быть, потому что она не пришла на электрику. Электрику я починил, и дверь там закрыли. Кто там был с тобой? Кто с тобой был еще один, да? Ну, один забегал, а потом кто-то вышел. И все, я стоял сверху. Два человека было достаточно долгое время. Но я стоял, Wi-Fi качал, я не знаю, кто со мной закрыл. Я починил, говорю, электричество, пошел делать Wi-Fi. Чего от меня хотите? Хорошо, когда ты чинил электрику, было два человека. Вот Финакс, он вы где? Мне похуй. Так я тебе сказал, с правой стороны с Сеней. Сеня красный, не, до конца игры. Где? Финн. А, что? Что? Ты где? На закачке данных в связи. Хорошо. Сень, ты видел его? Ты должен был успеть. Да, я пробегал, он стоял там в пикселе. Я видел. Короче, это не Сеня, не Финн, не Аксон. Это не Дамп, не Безбаш. Не Безбаш. Артист будет. Хорошая двойка. Согласен. Не, ну я говорю, по админке у меня... Ботя, себя руку поставишь, я в тебя поставлю? Так да, конечно, блядь. Я думаю, надо с артиста начать, Ботя, потому что срочи в электрике не признается просто. Блядь, как ты меня назвал? Как ты меня назвал, Аксон? Не, тебя там нету. Как у тебя ник написан? Ваш, ты сих пор же в столовой? Ваш. Я до сих пор жив, как видишь. Короче, Ботя поставил. А потом в артиста. Нормально, сейчас так. Заебись. О, поделили. А, Ботя трейдер, да, у нас? Я в себя оставил. Ботя артист двойка. Я Ботя поставил. Смотрите, Ботя поставил себя, Ботя я Ботя ноет. Поставил, еще один. Я поставил Ботя. Тогда Ботя себя не ставил. Нет, я в артиста, я в тебя поставил, извини. Так, Садос. Спасибо. Бля, я не успел заметить, кто это. Где? Но был светлый, по-моему, сенсей. Я в админке с Аксоном. Хорошо, кто-то еще сенсей. Кого-то кроет? Я дамплинга видел. А где килл, скажи? Над медом. Килл в электре, человек ко мне спускался прямо во время отключения света, а я подходил сейчас к свет сейчас один в столовке. Низ. Один в столовке. Я зашел туда сейчас. Один на два. Это я. Это Безбаш. Безбаш, получается, ни сенсей, ни я. А, так Ботька остается. Кто в хранилище один сейчас? Какой Ботя, блядь? Мы с артистом пересеклись, блядь, около камер. Я за ним сейчас бежал. Ботя, ты сейчас где? Я сейчас нахожусь над медом, за артистом бегу. А как ты над медом оказался? Он был в стороне камер реактора, и потом я побежал, типа, да, наверх. Да, Ботя не мог сейчас быть над медом, это Ботя. Чего? Ну если он только не винтанул на камеры. Потому что сейчас, нет, 2 секунды назад человек в нижнем двигателе был. Погодите, а Аксона кто-то видел?
Я тебе инфу по админке даю. Где ты меня видел? Что я? Короче, телепортировал. А дамплинг где? У вас по первому хранилище. Фин, у вас по первому раунду это не так мог вот быть, в хранилище, он вышел. У меня убийца просто вышел из электричества и побежал куда-то. Вы что, прикалываете? У нас по первому раунду не может не быть Аксон, ты, дамп, без баш. И я. Я не понял, как у тебя по математике это получилось, блять. Ебаная хуйня, опять как, блядь, в предыдущем катках. Это ботя точно. Бля, сенсей, дамп, вы... Дамплинг, ты потенциально с ботей в разноцвете. Проголосуй в ботю, пожалуйста. Вы вдвоем, ты в хранилище был, он в нижнем двигателе. Я понял, Аксон опять. Я пока не хочу пока что. Не хотите, да? Ну хорошо, ладно. Все равно потом при шестерке вы завещание мирных не можете вспомнить. Меня сенсей мог сделать килл в первом раунде. Чем тут сенсей? Я тебе сейчас даю инфу по пульту просто полностью. Спасибо большое, Флор. Я просто скажу, что я ебал так играть, я еще раз да, даю... Да я по первому раунду... Блядь, ты не понимаешь, у нас семеро, блядь, нет? Смотрите, да подожди, у нас 100% двойка боти-артист. Смотрите, дамп без баш, стояли закрытые в столовке. Сеня, Аксон, Финн были справа. Да не, ботю мы точно кикаем. У нас один был в меди, а ботя говорит, что он был в столовой, хотя там был без баш. А с артистом в электре стоял еще один. Но это никто не признается. Я в предыдущем раунде был справа, качал данные в оружейке, блядь. Пришел вот перед репортом, ну, в первом раунде. Я зашел в столовую, вот прям перед репортом. Что тебе не нравится? Ой, у меня можно я мешочек аргументов достану, справа, пожалуйста? Были снизу справа, а не сверху. Еще раз говорю, я сейчас достаю мешочек аргументов. Я объясняю, почему тебе без баш, почему это ботя. Я по админке вместе с сенсеем стоял сейчас на килл Фина. Один человек был в столовой, это артист. Ты был во два, я точно сказал, где каждый был. Ты был во два, это ты. Дамплинг был в хранилище. И один человек был в нижнем двигателе. Если бы ботя сказал, что он в нижнем двигателе, я бы еще мог предположить, я сказал, даже подумал бы, что это селф-репорт от Фина. Кикать, кикаем, хотим. Хорошо. Базар Азира, кикаем ботю тогда, если вы так хотите. Он точно был в нижнем движке на момент репорта. Я всех запомнил, все 7 человек. Блять, что-то я... Ну, он артист просто решил Фина убить. Угу. Я его искал. Так мог бы просто в хранилище со мной и им остаться, и всё. Я честно, я не знаю, как тут играть. Вы, блядь, нахуй, когда я им, блядь, сразу по первому раунду что-то придумываете. Блядь, до этого вы нахуй сидите с овощи ебаные. Сейчас сенсей, Аксон хорошо сыграли. Вопрос в том, что они до этого, блядь, хуйню несли полную. Ой, я мёртвый валялся, ботя. Неважно, ты не голосовал правильно. Че, это полис дальше, да? Нет, сейчас еще одна. Вот я тогда тоже часто первым валяюсь там где-то, ну. Не аргумент получается. Там есть что, Мак попросил ему сообщить каслу. Че, я догорю нахуй.
Труп на камерах. Ну, это, получается, не артист Крис Труп сделал. Это не Дамплинг, это не Сенсей, это не... Это не Аксон, по идее. Он заперт. Аксон, я не знаю, где был. Там Аксон, да, Аксон, был. Не с ней, Аксон в навигации был, а потом побежал через щиты, я не знаю куда. Ну, он в хранилище вышел, дальше я не знаю. Бля, странно двигался. А, сука. Понял, извини. Короче, подвигался. Короче, смотрите, у нас 2 кило слева, скорее всего. Да-да-да, сейчас у меня просто вопрос козырный. А кто сейчас ко мне долбился? Я. А ты откуда идешь? Я из электричества, рассказываю. Там был саботаж, я его... Ну, там был Финаргот и кто-то еще, я не помню, мы с ним починили. Я сгонял до нижнего двигателя, заправил, вернулся в электричество, скачивать данные, потом закрыли электричество, оно открылось, я вышел, пошел в сторону хранилища, там ты стоишь, долбишься, все. Не, ну что, получается, артист без баш фин двойка? Какой артист? Четверка, ебать. Артист не может быть. Дамп не может. Почему не может? Они справа. Они справа? А, да. Тогда без баш фин двойка тогда получается, скорее всего. Без баша можно кикать, потому что по нему инф нет. Лёш, а ты кого зарепортил? Я зарепортил Крис на камеру. А пришел туда откуда? Я сначала был с правой стороны через потом я был в меди. В данный момент я все еще в меди. Стою и смотрю, как наполняется эта ебаная пробирка. Не, короче, смотрите, в меди был реально, но я не знаю, мог ли он метануться. Кил там был в меди, а не он. Кил рядом с медом, поэтому он, да, метанулся действительно. А, кил рядом с медом? Ты откуда блядь, знаешь, блядь, камеры, можно винтануться в мед, алё. А, держи в курсе, блядь. А нельзя баланс винтануться? Нихуя себе. Хуйню. Пожалуйста. Просто залупа какая-то, ребята. Вот это, я считаю, просто... Бля, ты за ботю решил отдуваться или что? Нахуй. Без негатива. Бля, что происходит? Ну, скелт — это катка, карта уничтожающая, и все. Согласен. Что происходит, блядь? Почему у всех уже жопы сгорели? Замьюйте, пожалуйста. А что, Фина, пробалансим, они же только двое там по остатку получаются. Нихуя себе, ну можно. Что тебе непонятно? Я типа увидел Сеню, который из Электро бежит. В теории Сеня может быть трейдером, я не спорю. Вторым, типа этот. Но... Ну, Аксон, ты меня уже каждую катку вкидываешь. Да, блин, точно мирный. Да, я открываю... Лёша, ты откуда ко мне на админку пришел? На куда? Ну, когда я с админки... Нет, когда я с админки выходил, ты пробежал мимо. Откуда? Через низ. Да, он был со мной изначально, вначале с правой стороны, это правда. Хорошо. Поэтому я и говорю, Лёша прибежал на камеру, ну, на килл через верх, и мне навстречу снизу вышел Сеня. Я даже видел его ник, и я, типа, такую ловушку небольшую сделал, спросил, кто ко мне долбится. Я думал, он не скажет. Ну, типа, я бы на трейдере не сказал. Так, нет, мне скрывать нечего, я тебе все так рассказал. Вот все, поэтому я и говорю, без баш фин двойка. А Финаргут чуть хочет говорить вообще? Какая нахуй без баш фин двойка? Что ты несешь, блядь? Я, блядь, не буду комментировать, где я был в прошлом раунде, потому что я нихуя не помню, блядь. Но ты в жопу идешь с такими вбросами. Ну, бывает, чё я? Чё поделать? Господи, походу на полисе уже все разойдутся, потому что разосрутся. Не, нормально. Сейчас душка просто пойдет прям нереально, я уверен. Мы кикаем Финаргота, блядь, ну чё тут делать? Бля, я понял. Нахуй идёте. Да не, у меня там просто фигня одна. Так.
Короче, рассказываю. Я, Аксон, Дамплинг и кто-то четвертый во время саботажа... Нет, это я и говорю. Сенсей. А, вот. Да, мы были вчетвером на саботаже коммуникаций. Его почему-то остались чинить только я и Дамплинг. Потом остался чинить только я, потому что я думал, что будет чинить Дамплинг. Я стоял, чекал вход. В итоге Дамплинг убежал. Я постоял, починил саботаж, выполнил квест навигации, захожу в О2, и там лежит труп. Вот. Кто был в реакторе? Ну, я не знаю, я вам просто, ну, короче, другой инфы нет. Это не Лёша. Бля, ну, вы прикиньте, я как раз-таки сейчас, я убежал направо, ты убежал налево. Я справа перебежал, я никого не видел. Я сейчас в столовке закончил раунд, ты должен был видеть, у меня двери закрыты. Но я вывел и Фина, и Безбаша, а между ними один трейдер, поэтому я мирный должен быть. Но по факту килл, по идее, должен был дать я сейчас. Я не знаю, где синий был. Артист, а ты где? На связи скачиваю данные, так и не докачал до конца. Так тебя не было сейчас на связи, да? С электричества. Сделал там проводки. Это... А, не проводки, сделал перемычку и сделал кольца эти. Это правда. Стой. Относительно саботажа артиста, когда пришел? Ну, саботаж упочистил. Я на саботаж. Я пробегал правую сторону, там не было килла. Я убежал первый, убежал Дамплинг за мной, поэтому это только... Короче, я предлагаю сперва Сеню, потом Аксу накикать. Да, почему? Да я по всем... Сень, Леша в реакторе, артист правда прибежал слева. Ну, смотрите, Аксон... Ну, он забей. Короче, я в тебя помочь. Я не знаю, какая... Кач, куда вы... Все, кикните его, пожалуйста, сейчас. Он последний трейдер, он с левой стороны находился, в дверь долбился. Значит, второй килл слева, у нас два килла слева было. Пожалуйста, прямо сейчас. Какой еще иммунг? Ну и сейчас давайте скажите, что меня выводим, да? Найс. Окей. Я не понял, я не знаю, зачем ты не понял, ну это, я так понимаю, Фин сделал или Безбаш, они же тебе специально время тянули для того, чтобы еще раз саботаж нажать. Я не знаю. Ну что? Просто артист... Не, если что, двери я сам закрывал. Забей. Да. Вот скажите, что в такой ситуации делать вообще? Просто мне интересно. Давай. С миром уходите. Есть один клип у меня и Фина. В похожих ситуациях ты включаешь саботаж реактора, закрываешь двери и просто их мучаешь. Потом они начинают разбегаться, и ты делаешь килл. Понял. Киберспортивные уроки. Я просто в шоке, как у нас мирный голосует, это вообще везде. А первый был этот, Мафта, Безбаш? Безбаш, да. Я вообще не понял, как вы его вывели, просто по нулину. Да, охуенно. Только трое остались, Безбаш и Надминки. Не, просто смотри, такая ситуация. Кто в меди по админке? Я в меди. Ну да, по админке он в меди. И Лёш, кикаем Безбаша, по нему инфы нет. И что, ебать, такие, ебать, кикаем Безбаша, ебать. Чё это за хуйня, блядь? Я тут полностью поддерживаю. Не, ну Безбаш, там в любом случае слева были ты, Фина. Ну так заметь, ты же убил его, получается, ё. Ебать, давайте кикнем ему. Тут на тот, блядь. Главное, карту можно ставить в лобби. Давай, расскажи. Крис я убил, кстати, держу в курсе. Меня Сеня убил. Крис, сори. Нельзя, по-моему, давай. Да ладно тебе, я говорю, у Лёши всегда аргументы, блядь, охуенные. На Лёш, ты даже сейчас дрочишь, блядь. Я тебе говорю, это не я убивал, блядь. Я Крис убил, говорю, я Крис убил. Мы кикнули, все, проебался. Ж нахуй. Какие кикнули, блядь. Тихо, Леша по фактам очень жестко раскидывает, осторожно. Сказал, что Леша трейдер по муву, блядь. Какому муву? Я такого не делал, блядь. Ну ты ж трейдер, блядь. Завали свою ебану тогда. Вы что такие? Мы до третьей мапы доживем, интересно, нет? Потому что я видел половину стола, нахуй, с другой стороны. Вы че такие токсики сегодня? Мапа можно с водами менять. Какой фейсбук наблюдатель? Мало! Нет!
Я ничего не говорю, я говорю, что ты опец. Вот что ты говоришь. Все, остальное все нормально. Что, блядь, происходит, ребята, вы что, без негатива.